Привет, ребята! Вы давно хотели поиграть в крутую мультиплеерную игру, и к тому же, чтобы она была бесплатной. Тогда я хочу порекомендовать вам офигенную игру Носгот. Куча классов, разные расы, сочная графика и, конечно же, ожесточенные бои между тысячами игроков. Звучит круто! Ссылка на игру в описании, регистрация легкая и ненапряжная, так что вперед действовать! Всем привет! С вами Кристалл, продолжаем играть в офигительную игру под названием Cat Goes Fishing. И предыдущая серия состоит в том, что мы рыбачили, как обычно, да, но рыбачили на акулу и рыбачили на рыбу Бримбл. Но, к сожалению, ничего из этого у нас толком поймать не удалось, к сожалению, потому что это достаточно трудные рыбы, и наша удочка таких рыб не может потянуть, к сожалению. Поэтому нужно будет поработать еще над этим. Сейчас будем набирать рыбок, денежек и тому подобное, чтобы, конечно же, купить себе новую удочку. И сразу, ребята, напоминаю, не жалейте лайков, конечно же, на Cat Goes Fishing, если вам хочется больше серий по нему, чтобы как минимум хотя бы одна серия в день выходила, поэтому не жалейте лайков, больше серий, конечно же. И заодно сразу скажу информацию про длину ролика, почему ролик будет не очень длинный, точнее, в течение недели будут ролики выходить не очень длинные по Cat Goes Fishing, где-нибудь минут 10, и ролик всего будет выходить один. Дело в том, что я внепланово для себя уезжаю буквально неделю в другой город, поэтому я сейчас записываю эти ролики в попыхах, можно даже сказать. И поэтому, чтобы канал все-таки не проставился, вы хотите Cat Goes Fishing, чтобы я выкладывал, поэтому я такой, все, плевать, я сейчас все это дело запишу. Хоть и не самые длинные серии будут, но запишу зато все это дело, конечно же, чтобы ничего не проставилось, вы не скучали и т.д. и т.п. Поэтому сейчас я все это дело записываю, но в течение недели будут ролики не очень длинные, будут выходить только по Cat Goes Fishing. Да, если я, конечно, не успею еще что-нибудь записать, но, скорее всего, только Cat Goes Fishing будет. Поэтому, надеюсь, вы на меня не сильно обижены, я, по крайней мере, пытаюсь хоть как-то сделать так, чтобы ролики были, чтобы вы не скучали и тому подобное. Тем более, за все лайки, которые вы ставите, я обещал, что серии будут, и серии, конечно же, выходят. Да. Так, Грампер, ты что-то обалдел у меня? Да офигеть, Грампер утащил у меня! Вот жопа! По-другому назвать его я не знаю как. Можно, конечно, по идее было купить апгрейдов на удочку, и, мол, тогда можно было бы, тогда было побольше силы. Но так два кулака купила, они и так не очень мощные, поэтому сразу понимаешь, что как бы лучше купить все-таки новую удочку, чем покупать апгрейды. Так, Грампер, иди сюда. Что это за сумасшедшая рыба такая? Хочу удочку, которая просто не рвется никогда. Настолько мощная, чтобы она была. Так. И что-нибудь клевое поймать хочу. Да, что-нибудь клевое. Может, конечно, самое днище опустить нашу удочку. Я еще ни разу не получилось поймать ту рыбу, которая у нас. О, этот. Как он называется-то, блин, забыл. Трамбл, что ли, что-то типа того. В общем, не дешевая рыба, и стоит при этом неплохих денег достаточно. Да, 6800 стоит. Так, главное, тебя нормально закинуть, только. Все отлично! 26 тысяч. И еще что-нибудь нужно поймать, что-нибудь неплохое. Что-нибудь не дешевое. Блин, да какая-нибудь рыба-то, чё, где все нормальные рыбы-то? Давай, клюй. О! Так, еще. Фу! Пошла. Нормальную рыбку только. Нормальную. Да ёпарасы-то! Квинфиш сожрала своего кингфиша. Обалдеть просто. Нормально. Это рыба, которая как бы вроде подчиняется этой квинфише. Она такая. Да ну его к черту. И сожрала просто такая. Вообще, даже не раздумывая ни капли. Вот жопа-то какая, да? Да ёпарасоте, да что эта рыба-то лезет сюда? Все ее погрызли уже по кусочку. Оттяпали, на! Так, что-нибудь нормальное давай клюй. Я даже готов, что уже за 3200 рыбу у нас клюнет вот это. Я, конечно, буду очень даже не против, если она клюнет. Блин, там рыба-зомбарь. Блин, мне эти рыбки надоели. Я даже не шевелюсь, по идее, она все равно. О, Грампер появился, давно я тебе не был так рад. Так. Но он где-то вот здесь находится, поэтому достаточно тяжело поймать. Ладно, плевать. Сейчас поймаю что-нибудь вообще. О, скитер, нормально. Все, поехали со скитером. Продадим все это дело, заработаем денежку. Не знаю, наверное, стоит купить сначала все-таки нормальную себе удочку, потом радар, а то как-то не очень, наверное, все это дело будет. По крайней мере, это кажется. Типа, лучше купить все-таки удочку. Потом уже будет более-менее как-то изи все это дело и тому подобное. С ловлей рыбы. Блин, какой же у нас медленный корабль. Я так долго до берега иду. Ну, ничего, дойдем. Сейчас заработаем баблишко. Уже будет весьма неплохо его, тем более, что мы 26 тысяч заработали. Еще бы квест выполнить, конечно. Вот, 55 тысяч почти у нас. Можно сказать, что 55 тысяч это. И теперь к краю карты попробую закинуть я с ракеты на эту удочку.
Может, даже бомбу привяжу. Ну, сначала надо, правда, сделать большую наживку, чтобы поймать что-то крутое на дне. Главное, чтобы снова эта акула не лезла, потому что она вообще не нужна. Вот вообще прям. Она, ее нереально выловить, может только до середины дотащить, дальше она просто нереально сопротивляется. Кстати, он Big Fish прыгал, но нам его пока не поймать. Так, давай, скорее втыкайся уже в конец карты. Хоть как-то, не знаю, буёк бы какой-нибудь стоял, который показывал бы, что я приближаюсь к концу карты, так было бы проще. Так. Надеюсь, это максимальный бросок был у меня. Так, отлично. О, там шапка была, я, по-моему, такую не ловил. Ну, в принципе, плевать. Я не думаю, что шапки остальные настолько крутые. Хотя, черт его знает. По-моему, зелененькую я ловил или нет, я что-то не помню. Так. О, Грампер, все отлично. Это то, что я хотел. Кстати, зря я сейчас ракетами кидался, по идее. Можно было и без ракет ловить. А что-то ракеты. Типа, мажор, денег много, можно и ракеты покупать. Ху-ху-ху. Так, бомба. Ты и пошло-полетело. Так, ух ты, какая-то рыбка, такую еще не видел. Пошел вон. Блин, почти до шапки дотянулись. Так, стоп, я вот так, пожалуй, сделаю. Нет. Нет. Нет! Моя прелесть! Чуть не сожрали. Так, снова сделаю так. Из-за этого мастерфиша все испортилось. Из-за квинфишей. Так, оп. Ну это они стопудово не тронут. Так, кэтфиш. О, вот это что такое? Вот это монстр! Я бы хотел его поймать. Какую же наживку-то на него надо, ё-моё. Так, на дно морское мы ушли. Так, и что здесь водится? Что-нибудь крутое поймать хочу, но поймал Big Fish, походу. Похоже на Big Fish, по крайней мере. Давай, поднимай её, сожрали опять. Ненавижу я этих тварей. А-а-а. Чё, Big Fish? Ну да, чё. Чё ж не Big Fish-то поймать? Ну, зато хоть сразу большая наживка. Единственное, что хорошо в этом плане. Так, не ешь. Тварь! Не надо есть мою рыбу. Гарам, блин. Горюмб. О, прям в рот квинфиши закинули. Ну, квинфиш можно, по идее, еще забрать, использовать, если от нее кусок не откусит. Нормально. Все. Уп, закинули. И теперь куча халявной наживки у меня здесь есть. Потому что здесь есть кингфиши. Можно их юзать. И поймали какую-то галина. Гадина просто, а не галина. Это какая-то. Так, вот этого красного бы поймать хотел я. Но пипец, его просто нереально поймать из-за такой системы защиты, скажем так, на этой рыбе. Так, скитер, по идее, вообще нормальная рыба. Стоит недешево так-то. По идее. Но, конечно, лучше всего ловить эту тандарин какой-то. Не помню, как он называется. Опять из головы вылетело. 17 левел. За 17 левел мне опять ничего не дали. Чё такая жопа? Чё вы жадные такие? Где нормальные апгрейды открываются? Почему нету апгрейдов? Я очень хочу апгрейд. Так, давай, ешь. Так, как тебя зовут? Я все время... Вот Тангерина, по-моему, в прошлый раз называл, хотя он как-то по-другому. Танкфин называется он. Ну, Танкфин, Тангерин. Тангерин, по-моему, это реально апельсин или что-то типа того. Блин, я пока выпендривался, случайно выкинул ее. Мораль Себасти такова, не выпендривайся, а то будешь как... О, зато поймаешь Грампера. Так, и можно использовать ракету и бомбу. Блин, эти рыбы какие-то странные. Вот этот монстр, я бы хотел его поймать. Я его напугал! Фак! Хотя вероятность того, что я вообще как бы смог что-то сделать с этой рыбой, равна, наверное, нулю. Представь себе, я не смог выловить акулу, а тут поймал какого-то лохнесского монстра. И это было бы просто жесть. Просто реально гигантский мега-монстр какой-то. Ну-ка, не трогать мою рыбу! Левфиш всего! Да пошел ты вон! Рыба-то недоделанная. Ты копейки стоишь. Лучше вон этих танкфинов ловить. Так это хрень. Нет. Фуф, не тронули. Я хочу что-нибудь клевое на дне поймать. Какую-нибудь редкую, крутую рыбу. Тем более, чтобы она была, ну, не супер трудно ловилась. Что-нибудь в таком роде. Кстати, можно вот это поймать чудо. Оно довольно круто стоит по деньгам. Блин, ты не натягивай так сильно. Сейчас порвется еще, вот эта жопа будет. Я хочу, чтобы здесь была локация в одних больших рыбах. Тогда бы я заработал реально хорошую сумму. Да ёпрсте, почти вы... Из-за того, что она такая огромная, я не увидел, что она... Не надоело уже гореть.
Я все время делаю какой-нибудь косяк жесткий такой, знаете, вот вообще жесткий-жесткий, после которого прям горит просто неимоверно. Причем я его не собираюсь делать, как бы он происходит сам по себе, блин. Когда-нибудь я прожгу дырку в стуле благодаря этой игре. Если у меня внезапно будут сборы средств на покупку нового стула, так как я не могу записывать, потому что сижу на полу, это из-за того, что я прожег стул своей жопой, когда играл в эту игру. По-другому я не могу это назвать. Ну, ладно, на этом серия подходит к концу. Извиняюсь еще раз, что они довольно коротенькие, но я причину объяснил вам. Большое спасибо за просмотр. Если вам нравится серия, не забывайте, конечно же, ставить лайки. Больше лайков, больше серий. Может, приеду, марафон замучу по Kid Ghost Fishing. Поэтому не жалейте лайков, конечно же. Дым. Все, на этом пока. Если вы здесь впервые, рекомендую подписаться, конечно же. Если еще не подписались. Если подпишете, будет плюс 1 000 000 к настроению, конечно же. Да, поэтому подписывайся. Это все, еще раз повторяюсь. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, хорошего вам настроения и не болейте, конечно же. Все, удачи!